На первой в этом году планерке Думы региона депутаты обсудили вступившие в силу с 1 января законы и новые законодательные инициативы. Они касаются охраны здоровья, штрафстоянок и вопросов усыновления. Коснулись и работы коммунальщиков, которые вновь оказались не готовы к снегу в декабре. Особенно плохо чистят дороги и тротуары в крупных городах края, посетовали законодатели. В этой связи, в качестве информации, я всем сегодня главам крупных городов направлю письмо с просьбой все-таки прояснить, что какие они меры предпринимали в первую очередь за период новогодних каникул, потому что на самом деле на улице никого нет, то, пожалуйста, убирайте все сколько угодно в любое время суток, и днем, и ночью, и в 6 утра, и в 12 ночи, пожалуйста. Вот. И по результатам, собственно говоря, ответов на эти письма, я думаю, что мы фракционно будем инициировать, или предложим, может быть, на базе комитета это профильного провести, если коллеги из комитета согласятся, какое-то мероприятие, может быть, обучающее.